Все? Так, объясняю правила. У нас правила такие. Надеюсь, нам никто сейчас мешать не будет, и фальсифицировать тоже никто не будет. Потому что у Вальтера использует банхаммер как томагавк, и никто от бана не убежит. Здорово. Все очень просто. Мы залезаем на наши пьедесталы, расположенные на огромном количестве газет, и начинаем снайперить по шарикам. Валера, он же Дев, стоит и снимает, и говорит нам, когда останется последний шарик. Мы сейчас даже эти шары перемешаем, чтобы никто ничего не подумал. Вот их перемешали маленько. Начинаем стрелять. Из-за огромной косоежности оружия, опять же, получается очень сильный рандом. Поэтому очень сильный я. Поэтому победитель выпадет очень случайным образом. Поэтому. Да, поэтому. Все поэтому. Поэтому. Так, зашел Party Pet Fruit. Ну да, типа тира. Только надеюсь, когда останется последние два или три летающих шарика. Надеюсь, я не знаю, разрывными никто стрелять больше не будет. Ладно, пожалуйста, господа, займите свои позиции. Вадим. Вадим. Да. Занимай позицию. А ты что делаешь? Ты и так смотришь. Нафига я в чат игры говорю? Ты разве в чат игры говорю? А то если еще раз все шарики лопнут. Будет очень плохо, я знаю. Если все лопнут, придется еще делать тебя по новой. Так, все готовы. Все готовы. Все балансируют. Ладно. Так, быстро. Очень быстро тратится. Потише сделай. Когда 5 останется, матюкайся. Я матюкаюсь. Тихо. Все. Да, матюкается. Хватит. Аккуратненько. По одному патрону стреляем. Да лучше один человек будет стрелять. Хватит один человек. Марат. Кто будет стрелять? Марат, стреляй. Или ты? Я. Тихо. Все, вообще дробовик возьму. Тихо. 5. Ой, у меня патроны кончились. Я продолжу. Я постреляю маленько. 4. Мало ли что шары хотели 4. Жить. Тут два так рядом. О, ты 3? 3. 3. Так, тихо. 3. Типа барабанная дробь. Блин, они крутятся, можно остановить их. Они, по идее, так и должны быть остановлены, но это только усложняет все. Так, посмотри айтишники, которых остались, лучше. Посмотри айтишники. Не надо, тихо. Не, не надо. Не надо? Мимо. Не надо, мы... Мимо. Вот, блин, я реально охерею, если Вадим арбалетом одной стрелой взорвет 3 шарика. Я охерею. 4 их там, что ли? 3. Нет. А. Напрягающую музыку. У меня стереомикшер не работает. Вадим может поставить, у него работает. Я не знаю, какую напрягающую. Я могу делать просто трррррррр. Но это не напрягает. Ну или просто по столу барабанить. О, 2. Осталось. 2. Лера, посмотри. Посмотри их не айдишники на всякий случай. Нет. Посмотреть? Мне хочется взять дробовик. О, один! У нас есть победитель! Да, тащи эту штуку. Кто это сейчас узнаем? Медленно. Это у нас 977-й. Кто это такой? 977. Сейчас посмотрим. А, это Евгений Феденев! Еще раз. Евгений Феденев еще раз выигрывает. Гребаный везунчик. Но ладно. Что я могу сделать? Придется отдать. Вот. Следующий розыгрыш будет.